волна вдохновения. Не слышится пения того, что написано прежде. Прелесть привычно скрыта под пеной, под теплой зимней одеждой. Грация образа мысли и слога с сегодняшним новым акцентом. Ни шагу без слов, что не спосланы Богом, ни малого даже процента. Молитва отвечена, четки завешены, мысли волной набегают. Ангелом светлым развеяно лешее, эфирное зло под ногами. Не спрашивай, как и откуда сравнение, от Бога ли это талант. Амнистия мысли, слова эти пленные, с покойников сорван был плат. Едва успевает писать карандаш, волна за волной по строчке. Над качеством слова священное страж, а рифмы, что заяц по кочкам. По-новому видится то, что знакомо и читано тысячу раз. Открытое око кусочек отломит от слова пророка и не для прикрас. Инъекции прошлых годов и столетий пытаемся труп оживить. И видишь, не небо, мы в храмовой клетке, мы пойманы, нас и не надо ловить. Быть может, чуть-чуть затрепещут ресницы, поднимутся веки, встряхнется душа. Реальное страшное может присниться, как будет злодейство мешать. А одним вдохновением суметь передать, какие мы все же негоже. Сумели же Библию вовсе предать, остаться с ободранной кожей. 28 сентября 2003 года.